27 февраля, половодье уже вовсю, все тает, плюс 10 градусов, тепло. Путевки сегодня сдал, охота окончена. Поэтому всех с завершением охотничьего сезона, так или иначе, успешного или нет, поздравляю или соболезную. Охота была неплохая, добыл 20 лис, 3 шакала, 3 зайца. Поэтому считаю, нормальная охота была. Надеюсь, у всех все хорошо. Увидимся в новом сезоне. А пока желаю добра вашему дому и бобра вашему саду.